Господи Боже наш, слава Тебе. Боже всемогущий, хвала Тебе. Слава Тебе, Пресвятая, Единосущая, Нераздельная Троица. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Какая программа у вас после обеда? У нас дальше пир сделать. Вы делать. А остальные кто с ними будет? Ну, придется сестре Галине только. Нигде друг к другу не лезьте. С берега не прыгать, а постепенно сходить только. Если хоть кто прыгнет, больше купаться не будет. Запомните это. Прося, ты слышала? Сегодня ты не купаешься, наказанно. Прыгать некуда, а то прыгнешь в могилу. Неизвестно, что под водой. И прыгать. Ты сверху вот с крыши будешь прыгать сюда. Ты обязательно посмотришь, а что там внизу? А там-то ты не можешь посмотреть ты. Вот на крышу сразу залезали глаза, прыгай. Куда прыгать-то? Я, может, там шило какое-то или кверху штыри стоят какие. Ну, маленькое воображение какое-то развейте. Что она вода, это не означает о том, что под водой всегда все хорошо. Там бывает и корягу подносят. Еще только нету. Бывает, умышленно делают. Я даже это знаю. Люди ныряли, говорят, проверяли, ничего нет. Маленькая погодя уже есть. А какая нужна была нырять-то? Нырнул и не вынырнул. Так, это и мальчики, и девочки. Кто-то с ними должен тут быть. Вы кто заниматься-то будете готовить это? К костру. Виктора нету, главное. Эти занялись пирсом. Вы после обеда тогда пирсом не занимайтесь, займитесь с детьми. Ну и желательным бы, Игнатьевич. Я не знаю тогда. Что сказать. Ваня говорил, будет работать быстро. Работал или нет, или сидел только? Еще-то я мало верю в то, что Ваня там расшатается. Я в воде работал. Он в воде работал. Как? В воде работал он. В воде работал. Это здорово. Ну, вопросы какие есть? Нет. Нет вопросов. Спаси Христос, по ворам и напоминающим. Написано, накажите меня, Тимофей, я... Не надо с ним. Ну что это, что такое? Он сказал, не трогай. Как не трогай? Он сказал, что это не возьми. Это было на кухне. Игнатий Иванович, Тимофей там написал и сказал не трогать. Почитайте, он на столе. Что ты улыбаешься? А сам он писал? Да. А где? А где? Я тоже видел, как он. Видел, что написал? Нет. Ну я читал. А? Я только на видеокамеру не снимал. Вот он что написал. Вот такой социалист. И положил, наверное, на место, где Евангелие лежит. Володя, можно я немного сейчас в электронный конструктор поиграю? Читала? Да. Пока у нас отдых идет, 15 минут. Вот он же, берет меня. Володя, после обеда будем купаться? Какие игры сейчас отдых? Будем? Ну, будем, конечно. Ура! Я заодно отдохну. Там же не надо, дядя, вот прыгать, бегать, если играть. Дядя Володя, давай не покупаться сходим сегодня. А где Тимофей? Дядь Володь, я знаю, почему он так написал. Потому что он подходит к девушке, он говорит, к моей сестре подошел Вики, сказал, а покажи мне свою пищу. Ну что ты говоришь? Говорит, я вообще... Я... Дядь Володь, давайте сходим покупаем.